Павел. Павел, удар поворота, мы 1-0. Вот голландцы наконец-то взялись за дело, и Дэви Пропер открывает счет в этом матче. Чуть-чуть поднажали серии атак, причем две подряд могли закончиться забитым голом, но закончилось вот это лишь. И таким образом Дэви Пропер, полузащитник клуба Брайтон энд Хоу Альбион из английской премьер-лиги, забивает свой третий мяч в нынешнем отборочном турнире. Два гола он забил в ворота сборной Болгарии, и вот теперь еще один. Хороший получился удар, скидка. Пропер оказался на свободном месте, никто его не держал. Робин здорово сбросил мяч, но я бы отметил в этой атаке, конечно же, и Райана Павела, который впервые за 6 лет оказался. Снова белорусы в атаке, голландцы взяли паузу, и хозяева эти пытаются воспользоваться. Володько, удар, гол! Пенальти. Вот теперь пенальти. Если там не назначил, то вдруг назначил здесь Майкл Оливер. И мы сейчас выясним, за какое нарушение правил. Мяч установлен на 11-метровую отметку на 84-й минуте. Недоволен Сигневич. Но мы пока сформулировать, что произошло, не можем. Была подача, но Ян Робин будет бить. Внимание, удар! Точно в угол Сергея Черника. Попадает мяч, 2-1. Робин особенно не празднует. Он бежит сразу же к центральному кругу.